приветствую вас еще раз. Думал, что вас уже не увижу, но вот слава Богу, Бог дал мне еще возможность остаться, разделиться с Александром. Он поехал в тюрьму, у меня не было пропуска, поэтому мы разделились, и я почувствовал, что нужно остаться. И слава Богу за то, что мы вместе друг с другом здесь, правда? Самое лучшее место в мире – это быть в церкви Иисуса Христа, в Божьей семье, самое лучшее место. Я просто рад, что Бог дал вот эту возможность и дает нам эту возможность. Он действует внутри нас для того, чтобы мы понимали, мы имеем откровение о том, что мы служим Богу богов, Царю всех царей, Господу всех господ. Это же ведь откровение, у других этого нет, не у всех это есть. Мы служим, почему? Потому что Он нас полюбил, Он открыл нам свою любовь, Он открыл нам свою любовь, Он простер к нам свою руку, Он простер к нам свое благоволение. Когда это шло поклонение, я просто так много через меня могло проходить, я думаю, как хорошо, что у нас нет режима, как хорошо, что мы можем вот так просто забыть о том, что спели песню вторую, третью, потом положили деньги и сели и слушаем какой-то режим такой духовный. Как хорошо, что мы можем в Боге как бы потеряться, как бы Богом наполняться и в Бога погружаться. Как хорошо. И мне вспомнился 22-й Псалом. Кто его знает, может быть, наизусть, многие знают, кто не знает. Я думаю, что хорошо нам знать, я думаю, что я его почти знаю. Но я вспомнил этот Псалом, он как бы стал внутри меня проговариваться: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Аллилуйя! Я просто слышал этот псалом и думаю, как хорошо, как люди, музыканты, подстраивают свои инструменты перед каждым оркестром, как намного важнее для нас позволить Богу настроить наше сердце, настроить наш дух, настроить нас, чтобы мы просто забыли обо всем, что даже было, или о том, что будет, и просто подумать о Господе, как о пастыре. Вот этот псалом, может быть, каждый день нам надо его провозглашать. Я думаю, что это будет только нам в пользу. Я люблю часто, и даже когда мама наша уходила, я провозглашал над ней этот псалом, говорил, что даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Мамочка, я сказал, не убоишься зла, Господь тебе сейчас проведет через долину смертной тени. И так она ушла. Друзья мои, мы привилегированные люди. Мы привилегированные. Подумай просто. Подумай о всех привилегиях, что мы имеем. Поэтому слава Богу за Святой Дух, который движется. Слава Богу за пастора Владимира. Слава Богу за всех вас. За то, что вы жаждущие, ищущие, жаждущие правды. Иисус сказал, что блаженны алчущие, жаждущие правды, они насытятся. Бог тебя называет блаженным. Бог меня называет блаженным. И знаете, я мемуары даже не писал. Я вот несколько написал вещей. Смогу ли я из них проповедовать или нет, я не знаю. Я просто рад, что я могу просто общаться среди вас, просто быть среди вас и просто предложить вам это слово. Предложить вам это слово. Я интересную вещь такую нашел, путешествуя по Америке, и я взял ее себе. Я переведу ее на русский скоро, она на английском. Я бы хотел тебе сейчас ее прочитать. Она, конечно, к тебе, может быть, не относится. Может быть, кому-то, который, может быть, Иисуса Христа не знает. Может быть, ты здесь просто пришел. Может быть, по какой-то причине здесь другой. Может быть, у тебя есть другая какая-то нужда. Но здесь такая интересная вещь, тут нарисован катафалк. Когда-то я работал в Нарве, и я, к сожалению, на похожей машине возил свадьбы, но у нас в Америке чуть она другая, и там возят мертвых людей, там возят умерших. У нас тут автобус, я на автобусе возил. Я видел смерти, в Америке видел смерть. Я работал переводчиком много лет до таких
пор, пока я уже не смог работать, я оставил ту работу, потому что я слишком много пытался людям помочь, и слишком много видел смертей, и слишком много видел неправды, видел докторов, которые хотели неправильные операции делать, я не мог согласиться внутри совсем, и я нарушал закон, подсказывая людям, нельзя подсказывать, но я нарушал как бы контракт, и мог бы попасть в неприятность, но Бог меня сохранил. И много людей встречаешь, они говорят, ты мне тогда помог, ты мне сказал что-то, ты мне что-то там подсказал. Я говорю, не помню ничего, сотни людей, тысячи людей были. Вот, и иногда придешь человеку, переводишь, на утро следующее приходишь, а его уже нет. Они говорят, he's expired. Я так подумал, думаю, странное слово. Expired — это как бы закончился вот, документ, например, у нас говорят expired. Или номерок на машине сзади клеится. Я так смотрю на них, говорит, да, он уже в морге. Но он был хороший брат, и любил внуков, христианин. Ну, и, может быть, я это скажу для кого-то, который, может быть, еще должен подумать о том, что впереди. И потом я прочитаю, мне Бог тоже дал из Иоанна, из двух глав слова, я хочу с тобой мечтать и рассуждать. Тут написано, не жди, когда приедет вот эта машина, которая собирает недышащих людей, для того, чтобы отвезти тебя в церковь. Ну, на ней привозят церковь, на последнее как бы служение. Но написано, если ты будешь ждать, если ты просто будешь ждать, не будешь ходить в церковь, не будешь стремиться, если ты просто будешь там вот в мире, то зачем мне эта церковь? Тут написано, что однажды она все равно тебя привезет в церковь, независимо даже от погоды. И тут по-английски, но я сразу как бы перевожу. Эта машина все равно всех нас отвезет к алтарю. Это будет последняя поездка в церковь. У нас в церкви там хоронят, у вас, наверное, в других домах. Ну, во всяком случае, много в мире хоронят церкви. Потом написано, что ты пойдешь в церковь, независимо от того, хочет твоя семья, согласна она, что ты идешь в церковь или нет, ты все равно туда, то есть туда тебя повезут. Ты пойдешь туда независимо от состояния твоего тела. Болит оно, нормально чувствуешь или оно болит, все равно ты туда пойдешь. У тебя будет очень много прекрасных цветов, но ты не сможешь ими наслаждаться. Они будут там лежать вокруг и около, и сверху, но ты не сможешь ими наслаждаться. Без разницы, какое будет хорошее пение, ты тоже им не сможешь наслаждаться. Без разницы, как хорошо проповедник будет говорить, и тебе это не принесет никакой пользы. Ты пойдешь к алтарю, но не для того. Тебя подвезут к алтарю, подвезут, наверное, скорее всего, в этом деле. Но не для того, чтобы ты молился. Ты будешь иметь большую нужду, но никто уже не сможет тебе помочь. Нужда будет, конечно, может быть, в Боге, в спасении, но уже никто не сможет тебе помочь. Ты никогда не сможешь больше посетить церковь, это будет последний раз. Там будет очень много родственников и друзей, но ты не сможешь поклоняться с ними. Они будут поклоняться, но тот, который уже привезен, он уже не сможет поклоняться с ними. Ты пойдешь, независимо от того, сколько фарисеев или лицемеров ты встретил и говорил, вот такие люди, зачем они все там в этих церквях, оно мне не нужно, я туда не пойду. Ты будешь все равно там, даже если там все лицемеры и фарисеи соберутся. Ты пойдешь, независимо от того, что тебе нужно будет еще, сколько много тебе нужно, надо работать дома или на твоей работе. Ты пойдешь в тот день в церковь, то есть тебя повезут. И позволь проповеднику помочь тебе сейчас, вместо того, чтобы консультировать твоих родственников, утешать их, когда ты умрешь без Бога. Позволь сейчас проповеднику сделать что-то для тебя хорошее, вместо того, чтобы консультировать, утешать твоих родственников, если ты умрешь без Бога. И тут потом написано, сделай твой выбор идти в церковь, пока у тебя все еще есть время выбора.
И здесь потом написано евреям 10:25, не оставляйте собрания, как у некоторых есть обычай. Вы помните это место. Это не то, что я хотел, о чем хотел проповедовать, я так это увидел. Я всегда держу это в Библии. Я думаю, вау, какое хорошее напоминание. Но мы сегодня здесь вот, живые и здоровые. Аллилуйя. Мы сегодня здесь живые и здоровые. У нас есть право выбора, у нас есть право поклоняться Богу, и мы поклоняемся. У нас есть желание в сердце, у нас есть столько много. Почему? Потому что вот Бог нам дал свободную волю, мы здесь. Он поддержал нас, Он дал нам силы и крепость, и Он привел нас на это место. Поэтому слава Богу за то, что еще есть один день. Если завтра не будет, у нас есть сегодня. И если вдруг сейчас земля перестанет существовать, мы отсюда уйдем в небеса. Но, скорее всего, она еще будет существовать. Но кто это может гарантировать? Поэтому Господня земля, мы сегодня поклоняемся такому Богу. Господу Господь. Написано, Господня земля и все, что наполняет ее. Господня земля. Представь себе, Господня земля. И она, ты сегодня и я по ней ходим, ездим, дышим, видим. И каждой секундой мы обязаны нашему Богу. Каждой секунды. И знаете, я хотел просто немножко вам сказать. Я хотел бы, чтобы Бог больше вам, конечно, сказал, когда мы разойдемся. Но я не знал даже, что вы Иоанна читаете. И Бог мне на сердце положил то же самое проповедовать из книги Иоанна сегодня. Хотя я и скажу вам, что совсем немного, ну, я думал, Владимир будет говорить. Я думал, всего несколько минут скажу. Совсем немного я, может быть, готовился. Но в моем сердце очень-очень много то, что сочеталось с Владимиром, когда он говорил о Слове Божьем. Думаю, церковь называется Слово Божье. Он призывал нас к Слову Божьему. Слово Божье, Слово Божье, Слово Божье. Вот куда мы без Слова Божьего? Вот куда мы без Бога, который говорит нам? Представляете, вот и у нас ведь не просто буква, друзья. Иисус сказал, что слова, которые я говорю вам, они суть дух и жизнь. У нас не просто ведь просто Библия. Многие ее читают и не понимают. Многие, которым она не открыта, она для них просто книга. Они даже не понимают. Многие читают другие книги. Многие читают что-то на латыни там. И тоже ничего не понимают. Или отчасти что-то, может быть, понимают. Что-то, может быть, батюшка им скажет. Ну, слава Богу за все, что открыто. Но я так думал, Слово Божье, Слово, не только книга. А вообще, я сегодня немного поговорил, хотел бы поговорить вам с вами о голосе Божьем. О Слове, которое исходит от Бога. Может быть, не то, что может быть написано, но то, что говорится, то, что вот Бог говорит для нас, хочет говорить для нас. Вот я думал, даже некоторые вещи записал здесь. Давид говорит, что «Я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль». «Я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Вот представь, ему пришло откровение – и он радовался о слове, которое ему приходило, как больше, чем о миллионах или о золоте, что у них тогда было, серебро, золото, богатство. Он говорил, радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль. Слово, Бог говорил с ним. Представь, что он играл там, он пас овец, он играл, а Бог ему говорил. И он тогда, может быть, вставал на колени, ложил этот инструмент и говорил, радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль. Радуюсь Слову Твоему. Вот почему я стоял там, и я думаю, может, вообще не надо проповедовать. Дух Божий движется, Бог хочет исцелять, исцеляет, прикасается. Может быть, вообще не нужно. Может быть, мы просто должны стоять и просто продолжать. И кто знает, что Бог еще сделает, если или скажет тебе. Ну, мы хотим слышать как бы из Слова, служение наше включает проповедь Слова. Поэтому мы это как бы делаем, читаем. Я сегодня утром подумал, как важно для нас, чтобы Господь нам что-то говорил. Как важно для нас. Вот как важно для тебя и для меня, чтобы Господь нам что-то говорил. Чтобы мы слышали Его голос. Или чтобы мы учились слышать Его голос. Вот давайте каждый зададим себе вопрос, как важно для нас, вот как мы это оценили, как мы, я себе тоже проповедую, потому что мы тоже очень заняты, мы очень много работаем, у нас госпиталь, в котором мы работаем, у нас больные, которых мы обслуживаем, и которых мы держим их и отправляем, и за ними приезжают такие машины и увозят их в церковь, где их будут хоронить. И мы очень заняты, и знаете, в этой суете, как часто, я например, устану, ляжу,
уже пытаюсь заснуть, а жена моя открывает Библию. И я так смотрю на нее, думаю, ой, слава Богу. Я говорю, читай вслух, провозгласи Слово Божие надо мной. Иногда бывают такие тяжелые дни, мы так тоже устаем. Потому что очень много всего. Мы и готовим миссионерские служения, и в церкви нашей пытаемся помочь. И работаем, может быть, по 16 часов бывает. Я говорю, прочитай, и она читает. Иногда я включу Библию, и она играет на магнитофоне, на нашем телефоне. Она читает, там читает чтец и играет. И я все, уже отключился. Смотрю, жена пришла, выключила, все, уже наслушался. Уже что услышал, то услышал, что не услышал, завтра будешь слушать. То есть, вот мне просто пришел сегодня интересный такой вопрос и как бы вызов. Вот как важно для нас, чтобы Господь нам что-то говорил, чтобы мы слышали Его голос, чтобы мы учились слушать Его голос. Что может быть еще важней в нашей жизни того, что вот о чем я сейчас тебе говорил? Вот что еще, есть ли что-то важней, чтобы мы могли вот так положить на другую тарелку весовый и... Вот что есть важнее? Вот как важно? Вот как... How desperate we are, как в Америке говорят. How desperate, как мы... Не знаю даже это слово, нужно подумать, как его перевести. Как мы хотим? Как... Деспортичный? Нет. Как сильно мы хотим? Как умирающий человек хочет воды, когда ему, если бы ему предложили в пустыне хорошее блюдо, хороший там кусок мяса, если он 2-3 дня идет без воды, пустыня, пески там одни кругом, ветер, жар, колючки там кругом. И все, что он думает, пить, 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 пить. И ему приносят огромное блюдо, огромный кусок мяса, картошка там. Рядом ложат торты, огромную тарелку тортов, всего-всего. И говорят, пожалуйста, ешь. Ты что думаешь, он возьмет мясо или что-то? Он будет, если у него губы потресканы, если у него уже кровится, если у него внутри все засохло, если у него уже мерещится, что там колодец, а там еще все еще пески. Ты думаешь, он начнет есть это мясо? Я думаю, скорее всего, он скажет, дай мне пить, 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 пить. Если он еще сможет проговорить это слово, я думаю, он будет одно говорить. Пить, пить, дай попить. Может быть, потом он и будет есть. Вот. Такая вот жажда, или дай мне выпить, испить воды, или я умру. Такое состояние человека, такое состояние его души, его сердца, такое состояние о Боге, о том, которым я читал 22-й псалом, о Господе, который хочет говорить к тебе и ко мне, хочет, написано, что всякий водимым Духом Божиим, есть Сын Божий. Все водимые Духом Божьим есть Сыны Божьи. Представляете, вот как сильно мы хотим быть водимым Духом Божьим. Как сильно. Опять же, я думал, слова дядя мой, он пережил столько в жизни, и часто он начинает мне рассказывать свои истории. И иногда до страха, до ужаса я слушаю, что он пережил. И сейчас он смотрит на мой телефон, который у меня, и говорит, Паша, это у тебя этот телефон? Я говорю, дядя, да, весь мир в моем кармане. Мы дожили до того, что мы носим мир в своем кармане. Все, что хочешь, ты там найдешь, прочитаешь, проповедей можешь слушать. И это, слава Богу, хорошо, когда мы хорошее там берем. Ты можешь видеть людей, ты можешь смотреть фильмы, концерты там, все передавать, весь мир. Представляете, в какое мы последнее время живем. Последнее время. И люди сидят, и даже если бы они хотели пересмотреть все, что там есть, им нужно несколько жизней. Однако же они смотрят, они ищут, они копаются. И редко когда, может быть, по сравнению со всем тем, люди, которые жаждут Бога, они ищут, может быть, там что-то хорошее. Но даже там ты не найдешь того, что Бог хочет тебе и мне говорить лично. Аллилуйя! У Бога есть больше, чем, может быть, даже проповедник, или я могу тебе сказать. И как бы со своей стороны... Есть тут как бы два таких составляющих фактора. Господь и мы. Всего нужно две составляющие вещи. Господь и мы. И я, и ты. Первое, что написано, явилась благодать Божия спасение для всех человеков, научающая нас.
чтобы мы, отвергнувши нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво, жили в нынешнем веке. То есть от Господа уже пришло, явилась благодать тебе и мне. Все, явилась благодать вообще в мире над всеми. Вот представьте, мы тут, а другие люди пьяные, а другие колятся, а другие с бара пришли и спят, им еще не проснуться, а другие в грехе другом живут. А благодать Божья явилась над всеми. Мы вчера с молодежью общались. Так было мне приятно вообще видеть, как они уже знают Бога. И мы подняли вопрос об исцелении. Как хочет Бог исцелять? Как Он исцеляет? Как это важно? Как это может быть не так для других, не так важно? Важно ли это? И они все в один голос. Они все в один голос. Почему? Почему они так в один голос говорили о том, что есть истина, и защищали, и провозглашали исцеление? Я думаю, вау, какое у них познание. Их, наверное, даже не переубедишь, потому что они прямо так говорили. Я сидел, они прямо мне проповедовали, меня утверждали там. Я был настолько радостный. Почему? Они утверждены в этой истине. Почему? Потому что Господь являет свои чудеса, много явил. Может быть, многие не оценили, может быть, 9 тех не вернулись. Может быть. Но однако же Иисус продолжает. Явилась благодать Божья, спасительная. Спасение – это не только спасение от греха. Он спасает нас и от болезней наших. Он спасает. Смотри, иногда вечером человек как все равно, как развалюха. Такое грубое слово. А на утро радость. Вечером люди плачут, а на утро они радуются. Потому что Бог взял и восстановил тебя за эту ночь. Бог восстановил тебя за эту ночь. Я был вообще очень удивлен, потрясен, и слава Богу за молодежь и за всех вас, что Бог делает. То есть благодать Божья явилась. Дух Божий дышит где хочет, Слово Божие говорит. Вот сегодня Господь двигался, а сколько Он еще хочет двигаться? Очень много. Он хочет много сделать для тебя и для меня. То есть я хочу первое сказать о том, что это две составляющие, что Господь, ты можешь быть дома, можешь это изучать, можешь просто выписывать эти вещи, когда они попадаются. Голос Его слышишь, Дух дышит где хочет. Господь, Он, вот живому Богу служим, живого Бога мы верим. Вот Он дышит где хочет, Он движется среди нас, Он движется среди нас. То есть главное, что Господь это сделал, делает и будет делать. Много еще есть других вещей. Другое, написано еще одно есть место, это уже может быть относится больше к нам. Познал Господь своих. Вот смотри, познал Господь своих, да, это относится сейчас к Нему. Вторая половина, это относится к тебе и ко мне. И да, отступит от неправды всякий исповедующий имя Господня. Господь познал своих, все Он сделал. Вот составляющая от Него все, что зависело, вообще все Он сделал. И сейчас уже, если говорить о творении, и мы о Нем вообще ничего не знаем. Миллионы там галактик, о которых мы даже не знаем. Он одним пальцем своим... и сотворил, и галактики, и миллиарды звезд, одним перстом, мышцы своей. То есть Он тебя и меня сделал, я поднимаю своих внуков, иногда так поднимаю вверх над своей головой, кручу и говорю, из чего же ты сотворен? Из ничего ведь ты сотворен, смотри, какой красавец, и я кручу там двоих своих внуков, скоро будет третий. Из ничего, чудо творения человека, чудо творения ребенка, когда ты и я внутри ничего там не могли помочь. Бог взял и сотворил нас в утробе матери, тебя и меня. И так можно удивляться о Боге, удивляться. И знаешь что, это милость Божья, если мы можем удивляться. Мир этого не знает, мир не может над этим удивляться. Ты и я можем. Здесь написано, что да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господня. Смотри, это то, что относится к нам. Я думал, какие вот есть условия? Какие есть условия? Что зависит от нас, чтобы мы слышали голос Божий? Вот от тебя, от меня. Вот что зависит от нас? От Бога все сделано. Ему уже нечего было добавить. Уже к Нему, Ему вообще нечего добавить. Иисус был, Он был представителем Отца, Бога на земле. И вот ты на Него посмотришь. Иисус пришел, говорит, хочешь ли быть здоров? Хочу. Ученики пришли мимо этого, проходили мимо хромого, который сидел у входа в храм. Они говорят, что серебра и золота нет, но что имеем, даем. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Встал, пошел, начал скакать. Иисус исцелял слепых, хромых, увечных, прокаженных. Ты волю Отца, мы можем видеть Божью волю вот здесь, в его деятельности, здесь его, которое записано на страницах Писания. Но это, как ты скажешь, это было. И многие церкви говорят,
Это было. Даже в одной какой-то церкви такой традиционной собрались там и решили, и сказали, что чудес и знамений и Духа Святого, и крещения Святым Духом уже нет. И мы решили братьями, что этого уже нет. И как бы не будет. Это было раньше. Вот так они решили. Вот так им открыто. Но не значит, что тебе и мне должно быть так. Бог открыл. Нет, Бог же открыл тебе больше. Правда? Бог открыл тебе больше. Бог открыл тебе больше. И, он и это милость Его. Мы благодарим Бога за то, что Он открыл нам больше. Что мы верим в Его силу. Мы верим в Его чудеса. Мы верим. Мы полны чудес. Мы все когда-то Бог прикоснулся к нам. Может быть, телу, может, душе, может, нашему духу. Я не могу это отрицать. Почему? Ученики ходили с Иисусом, они касались, они вместе с Ним двигались по земле. Он их учил, они переживали силу Божию, они ходили за других, молились, бесы уходили, больные исцелялись, мертвые воскрешали. Иисус говорит: не так сильно радуйтесь тому, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Он опять сделал упор на то, что их было все блаженство в том, что они познали, что Бог открылся им. И они увидели, что Он Сын Божий, Иисус среди них. Они могут быть с Ним, они были с Ним. И потом, когда Иисуса не стало, и когда их там терзали, уничтожали, грозили, и многих других христиан бросали львам, и они закончили свою жизнь, они не могли отречься от Христа. Они не могли отречься от Него. Почему? Потому что они знали, они Его знали. Вот как мы знаем друг друга, я уеду, и вы будете помнить кричащего, может быть, Павла тут с платформы. Вы отчасти меня знаете, я вас знаю отчасти. И потом, когда кто-то мне спросит: ты знаешь Машу в Нарве? Она поет в прославлении. Я говорю: конечно же, знаю. Я знаю, ты знаешь ее маму? И, конечно, знаю. Ты знаешь Анатолия, Свету? Вот моя здесь одноклассница Света, Люду. И я не могу сказать, что нет, я их не знаю. Это будет таким безумием. Когда мы знаем Христа, и потом через что бы мы ни проходили, через какие бы мы долины смертной тени ни проходили, мы знаем Христа, мы никогда не скажем: знаете, я имел достаточно, пойду поживу для себя. Пойду поживу. И, к сожалению, многие, кто так сказал, если Божья милость не продлилась, для них не продлится, они, может быть, и закончат свою жизнь вот так вот, избрав другое, к сожалению. Мои друзья некоторые, с которыми мы нас провожали вместе в армию, и такой был парень интересный, он такой был здоровый, и такой я был, знаете, такой хиленький, небольшой, вот, а он такой был уже здоровый, и... Все, его тоже уже нет, он жил в Белоруссии, в армии, я слышал. И он там, знаете, его пришли провожать в армию, а он такой: так, вы тут попойте. Сам пошел там, вина налил себе стакан. Я смотрю, он себе стакан вина налил, выпил и опять пришел. Ему там поют, провожают его, помолились за него. Но представляете, вот если у него с Богом не было никакого общения, он в армии там, что у него были ужасные вещи, он пришел, он стал пить алкоголь, и он покончил свою жизнь с собой. А мог бы быть вот таким же проповедником, как ты и я. К сожалению, и другие тоже. Другие ушли, они избрали другой путь. Вот, они не оценили, они никогда, может быть, голос Божий не слышали. И поэтому вот я бы хотел немного вам сегодня сказать об этом голосе Божьем. Иоанна 10 глава. Володя одну главу не дошел. Я думаю, наверное, сейчас он 9 еще дойдет, остановится. А может быть, он что-то цитировал с 9. Я хотел вам из 10 главы, как-то Бог мне на сердце сегодня положил, где Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Немножко раньше он говорил об этом же, и в 6 стихе написано, что они не поняли, что такое он говорил им. Я думал, какое странное, они не поняли. Тогда Иисус опять им говорит: «Я есть пастырь добрый». Потом он говорит в 14 стихе опять: «Я есть пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так я знаю Отца». Ты можешь читать эту главу дальше сам потом. Потом в 27 стихе написано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и они не погибнут вовек». То это, что я читал перед собранием, если ты находишься в том, что я сейчас читаю, тебе это не относится.
Пожалуйста, прости меня, что я прочитал. Я не читал этого, может быть, чтобы это к тебе направить. Я просто говорил о тех, которые, может быть, еще должны быть в церкви. Ну и что, мы это тоже знали. Также он говорит здесь: овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, никто не может похитить их из руки отца моего. Я хотел просто эти два стиха соединить, утвердить это место, которое я тебе сказал, что Иисус говорит: я пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня. И потом он говорит, что мои, ты и я, мы Господни, они слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Смотри, он говорит здесь: они слушаются голоса моего. Я слышал, что овцы одни из таких, ну, самых глупых животных. И если не будет пастора и не будет голоса, они вот так просто друг друга как бы втыкаются в это стадо друг друга. Как они идут? Они втыкаются друг друга, останавливаются и стоят. Говорят, что это самое такое вот, какое-то животное такое странное, ей нужен обязательно голос. Христиане, мы люди в этом мире, даже многие христиане, мы можем быть подобны им, если мы не слышим голос Божий. Если мы не слышим. Вот это уже относится к тебе и ко мне. То есть, представь, если мы пошли и занялись своим делом. Вот пошла туда овца искать сама себе, поесть и попить. И нашла. И нашли ее там волки, нашла она там, утонула где-то, в болоте там застряла. Почему Давид говорит здесь, что Господь пастырь мой? Он прямо первое слово говорит: Господь пастырь мой. Вот ни в чем не буду нуждаться. То есть у него был настолько сильный фокус на Господа, на Иисуса. На Господа, на Иисуса сейчас мы знаем. Господь пастырь мой. Ни в чем не буду нуждаться. А можно сказать так, я пойду прорываться, я пойду по нужде, я там у ней то, Господи, я чуть попозже приду, и ты тоже мне, не забудь мне помочь, что еще я там сам не сделаю, ты не забудь мне еще помочь. И многие люди, к сожалению, вот такие пути избирают. Но Давид говорил, и мы здесь читаем, Иисус говорил, что овцы мои, представь, сам Сын Божий так оценил тебя и меня. Он говорит: овцы мои слушаются голоса моего. Значит, они постоянно, вот почему, когда толпа большая там говорила: а зачем это, что это такое, мы не понимаем, что ты, Иисус, говоришь о крови, о плоти, и кто это может слышать, и они все пошли от него, осталась горстка. Они так и не поняли, а эти говорят: а мы никуда не пойдем. Он говорит: хотите, идите тоже. Нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. Они могли, они оценили то, что Иисус говорил. Слова, которые Иисус говорил, они оценили. Христиане, мы с вами, если мы оценили, если мы держимся этих слов, там в 14 главе еще есть интересные вещи. Я тебе тоже хочу прочитать. 14 глава у Иоанна. Он говорит, 23 стих, Иисус сказал в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его. Кто любит меня, вот посмотри, где-то должна быть такая сильная у нас любовь к Иисусу Христу. Сильная любовь. Я верю, что Бог нам ее поселил. Но она не прекращается, она не должна никогда стать. Многие люди говорят, наступил кризис, средний годов жизни такое есть. Все, любовь теряется, говорит, мы уже нажились, мы уже детей вырастили, люди разводятся, люди оставляют друг друга, надоели, траву зеленую где-то ищут там в другом месте, какой-то апгрейд, поновей машину, как, знаете, в жизни покупают, поновей жену пойду найду, поновей мужа, изменяют. К сожалению, вот такой мир. Но вот у нас будет уже 30 лет в этом году с женой. 30 лет. Я не скажу, что любовь стала хуже или холоднее. Нет. Нет. Я не могу поверить, что столько времени, и вот так мы не зашли в такой кризис никогда, чтобы все сказать, знаешь, все, давай уже закончим это дело. Нет. Почему? Мы держимся за Него, мы держимся. Господь пастырь наш, Он тот, который дает нам любовь, Он тот, который дает нам эти святые слова друг к другу, и слова любви, и огонь этой любви внутри нас горит. Мы друг друга ждем, она меня сейчас отпустила, работает там тяжело, лишь бы я ехал, служил Богу. Она говорит, я тут найду себе помощь, едь.
И я говорю, как же ты так будешь вот с этим? Она мне уже тексты там прислала. Ни о чем не заботься, все хорошо. Джейкоб наш нам, мне помогает. Все хорошо, я вот тут делаю то, прорываюсь, нормально. Вот. Она послала меня на что-то более важное. Она говорит, ты уже наработался, тебе нужно ехать и теперь послужить Богу. Представляете, какая любовь. Другая бы ревнивая какая-то. Я вот слышу о таких ревнивых женах, которые есть, которые на служение не могут отпустить. У нас спрашивают, как так может быть? Ты едешь, проповедуешь там многие страны мира уже. Я говорю, это любовь. Это она знает, для чего мы женаты. Она знает, для чего мы работаем тяжело. Для того, чтобы мы могли купить билет и поехать и проповедовать. Поехали проповедовать спасение, проповедовать, укреплять детей Божьих в вере, проповедовать тут в Нарве, хотя я их и не планировал. И она знает, и эта любовь Божья это делает. Представляете? То есть Иисус, ученики знали, что такое любовь Божия, знали, что такое голос Божий. Они не хотели от Него отойти. Мы не хотим от Него отойти, правда же? Мы не отойдем от Него. Мы не то, что клянемся, как Петр. Но если мы будем слушать голос Божий, если мы будем слушать, как Он сказал здесь, «Кто любит Меня, соблюдет Слово Мое, Отец Мой возлюбит, мы придем к Нему, обитель сотворим». И потом написано 26 стих. «Утешитель Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Смотри, первое, мы возлюбили Слово. Ты возлюбил. Почему? У нас тоже в церкви сейчас читается каждый день. Раздали такие план чтения на год. И мы читаем каждый день. Как очень важно полюбить это Слово. Как очень важно, чтобы Бог говорил нам через Слово. Даже вначале Володя говорил, что Бог говорил там и властям, и людям, и городу, и нам. Как это важно, друзья, представляете, если представляете, какая трагедия, когда родители перестают говорить со своими детьми. Какая трагедия, когда дети перестают говорить со своими родителями. Разделились, оставили, ушли из домов, бросили, огорчились, обиделись. Столько много разорванных взаимоотношений. В церквях, там, даже у нас в Штатах, столько много. Ребята прорываются, потом они разбиваются. Придешь на кладбище, могилы полные молодежи, они уже там. Все, бунтовали. Здесь у нас были друзья когда-то по приезду. Мы еще жили здесь, и приехали друзья, у них было двое детей. И одна была такая, они к Богу, видно, не обратились. Они так и не узнали Его голос. Если бы они узнали Его голос, с ними никогда не случилось, как я читал вот в 10 главе, что всех, кого Отец дал, все, ни один дьявол их не заберет. Всех, кого Отец дал, ни один дьявол не заберет. Но они, по-видимому, так не узнали. Я помню, как эта женщина, она так просто кинулась в этот мир, и она так возлюбила. Мы, наверное, уехали в 91-м году. Нет, это было до уезда. Я помню эту парковку там большая, где стояла разбитая машина. Они поехали, и они так гуляли. Они там, видно, выпили, перепили. Все, кто были в этой машине, 5 человек, они врезаются. И они разбиваются, и они сгорают. Вот кто знает, что с ней та, которая знала Бога, отошла. Я помню, она так ругалась. Я такой был шкодливый, что-то я немного нашкодил там ей, когда еще, не знаю, было, наверное, 15-14 лет. Как она меня обматерила, я думаю, она же в нашу церковь ходит. Я за дерево забрался, нашкодил и залез на дерево. Я был маленький, но она что-то там... Вообще у нас-то получилась такая вещь. И она меня как обматерила. Я там на этом дереве... думаю, Господи, чтобы я еще раз это сделал. Я не знал, что в ней такое зло. Я дождался, пока она уйдет. Я с этого дерева слез и сбежал. И так потом мы не встречались, потому что она хотела там меня конкретно возложить на меня руки. Но жизнь-то ее закончилась. И ее сестра... расставила мужа и была выпившая, шла там в этом городе. Потом, как я услышал, и замерзла, упала, заснула и замерзла. Я так думаю иногда, Господи, слышали ли они Твой когда-то голос? Знали ли они ли Тебя лично, эти люди? Как много других? Как много других, которые, может быть, слышали, потом ушли, и никогда написано, вот те не ходили, мы никогда не знаем, больше не знаем вообще, что с ними было. Представляете, какая трагедия? Никогда больше с Иисусом не ходили.
Возможно, они просто закончили, как и все другие, и все было на этом. Я просто сегодня так думал, как вот важно для нас, вот как мы оценили вот эту важность, чтобы мы слышали голос Божий, чтобы Иисус нам говорил, чтобы мы учились, как это важно для нас, вот учиться, чтобы слышать Его голос. Ведь он может говорить, я помню, дядя мой рассказывал об одной бабушке, которая умирала в православном храме, и она настолько это делала искренне. Потом, когда она стала рожденной христианкой, рожденной свыше, Бог ей дал Святого Духа, как тебе и мне. Она храм протирала, вытирала на коленях, и все, что там нужно было, и она всегда говорила, храм Божий, это же дом Божий, тут же Бог, и она каждую пылинку там хотела найти, и потом, и Бог к ней прикасался там, я так люблю такие примеры, Бог не прикасался, Он так видел, как она трепещет перед Его храмом, перед тем, что Он же в этом храме, люди приходят молиться, Он же тут, Он же здесь, как же тут может быть пыльно, она там протирала. И потом Бог ее встретил однажды, она пришла к нему, а Бог ее крестил Святым Духом. Она говорит, вот это чувство меня еще покрывало в храме. Дух Святой ее в храме уже там прикасался. Она такая, о, как хорошо, что это такое? Она не знала. Потом, до тех пор, пока она не встретилась с Иисусом. Представляешь, что вот Иисус, как Он вот на каждый маленький даже наш сон нашего духа, нашей души, стремление, на один шаг, Он 10 к нам делает, как такой у нас Бог. Это не то, что Он испытывает. Да, Он может наказывать там окаянных, которые, может быть, костенеют в грехах, там все, он возьмет, начнет наказывать, вот как Саша здесь говорил. Но я думал, вот что требуется от нас. Еще Филиппийцам есть 4 глава, 4 стих, написано, чтобы каждый из нас, умел, вот ты можешь это сказать, когда я тебе говорю, что каждый из нас, вот я умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Для нас вот такой сильный рецепт, такое сильное пожелание тебе и мне. Это то, что от нас зависит. Господь уже умер, Господь простил, Господь дал. Потом второе вот это составляющее, это то, что зависит от тебя, от меня, чтобы каждый из нас умел. Как нам важно вот это умение от Господа просить. Господь, я хочу быть в святости и в чести. Я хочу быть использованным Тобой. Я хочу соблюдать свой сосуд. То есть не позволить вот этому сосуду, нашему храму, не позволить, чтобы туда всякое это, все это не безобразие дьявольское, грех, там мир, чтобы оно шло через нас. Если когда-то попадает, посмотри, как нехорошо нам чувствуется. Может быть, ты это чувствовал, я тоже это чувствовал, когда что-то прикасалось. А Иисус говорит, не прикасайтесь ни к чему нечисту, я приму вас. Если что-то прикасалось, так чувствуется себе грязное, это как белая сажа, как один проповедник сказал. Вот грех этот все, знаешь, он говорит, это многие люди, что, ну, то, он говорит, это как белая сажа. Вот существует такое белая сажа понятие, я не знаю. Мука вот белая, сахар белый, вот сажа белая. Поскреби из своей печи, если у тебя есть там баня где-то или печь, поскреби. Где ты найдешь эту сажу? Не найдешь. То есть, если когда-то нас прикоснулся, он говорит, может такое. И может быть, кто-то из нас попробовал кое-чего такого. Я тоже, я думаю, попробовал. И потом раз, у тебя была белая одежда, а стала она покрыта черной сажей. Ты вышел. Представь, если мы пошли вот в горосполком, какие у вас тут управления, к мэру пошли, президенту Эстонии, президенту другому, пришли, одевался в белый пиджак, и ты налазился где-то в этом пиджаке, налазился там под машиной, масло успел поменять, потому что думал, что не доедешь, тормоза заменил, колеса там заехал, скрутил, и ты в белом пиджаке. Потом раз и к президенту явился. Ты думаешь, что президент там придет тебе руку жать, или он тебя похвалит, или он... Нет, я думаю, что прежде нужно было идти снова в душ, опять мыться, переодеться, и только тогда идти. Вот почему написано, что если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот мы ходим во свете, да, имеем общение. Раз там где-то темнота это на нас начинает, ты раз и побежал от этой темноты.
Убегают от этой темноты, как проповедовал Александр, вот, не знаю, в каком уже служении, молодежи или в реп-центре. Убегай. И однажды у него было такое искушение. Вот было прямо, грех хотел. Ему надо было переночевать, все, что он хотел. Ему нужно было матрас там, где-то в каком-то реп-центре или где-то он был. Ему надо было переночевать. И всю ночь там сатана его атаковал. Там кто-то пытался к нему приставать. И он говорит, 6 утра я схватил свои вещи. И я убежал, я сказал, нет, у меня есть жена, я верен ей. И представляете, вот какая битва. И он говорит, это было достойно. Бог меня за это потом почтил. Я остался верной жене. Я осталась верной мужу. Я осталась. Как это? Если даже случилась трагедия, если случилось, возвращается человек к Богу, Бог его поднимает. Но смотри, если бы мы слышали голос Божий, если бы я не полез под эту машину и в эту всю грязь, мне не нужно было потом экстра усилия, пиджак этот надо сдавать, химчистку, мне нужно идти опять мыться, потратил время, назначенное это время опоздал, потому что у тебя было назначенное время. Я занялся своими делами или я занялся грехом. Представляешь, какая трагедия? Я вот так думаю. Мы опоздали. Если в этом мире, а если мы Господу опоздаем? А если мы вот так просто, например, возлюбим нынешний век, как Павел пишет, Димас возлюбил нынешний век. Про другого он пишет, тех, о которых я хвалился вам, они сейчас враги креста Христова и так поступают. Я думаю, что это были за люди, которые вот так возлюбили и стали врагами креста Христова? Что это были за люди? Были. И Павел об них написал. Почему он тут сильно предупреждает? Почему Павел очень много пишет о благодати? Почему Павел очень много пишет? Почему проповедовать о благодати, о Духе Святом? Вообще для меня это моя тема. Почему? Потому что я знаю, какой я был, и сколько Бог меня хранил, и потом благодать дал, и благодать это меня вот держит. А если бы ее не было, я бы был самым последним грешником. Самым последним грешником. Никогда вы меня здесь не видели. Потому что я люблю, я люблю отрываться, как бы. Я не спокойный человек, который люблю в качалке сидеть. Я люблю мир покорять. Я люблю по горам лазить. Там, даже когда я ногу свою сильно разорвал, коленку, упал там с бурана. Я ходил по этим горам, и это было больно. Вы сейчас сказали, ты должен ходить. Я садил своего ребенка и ходил по этим горам. Я люблю мир, я люблю проповедовать, и люблю ездить. То есть, а если представь, я бы жил для дьявола, я бы просто отрывался бы для него, я бы жил его, сидел бы у его этой помойки, ел бы это с этого корыта, которое там остатки все слили, эти бесы все эти, этот дьявол, который кормит людей, я бы пил алкоголь, кто знает, что бы было, но Бог взял вот так меня, и мама молилась, когда еще были в животе, все провозглашала, Господь, я рожу этого, я был в животе, а мама молилась, я рожу вот этого, только чтобы он Богу служил, если не будет служить Богу, не давай мне детей, и Бог ей давал, вот 11-12 детей, один на небесах. И Бог давал, и слава Богу, Он дает нам эту благодать свою, служить Ему. Друзья мои, не так много времени осталось, я бы уже хотел как бы заканчивать. Я просто хотел тебе дать этот вызов, как и самому себе. Вот как сильно мы ценим вот это общение с Богом. Он сказал, что Утешитель, Дух Святой придет, Отец Его пошлет, Он будет вас учить. Вот как мы ценим. Давайте положим в своем сердце, решим вот в своем разуме, даже в своих чувствах, мыслях. Давайте решим, что мы будем открыты к Духу Святому, когда Он хочет говорить к нам. Вообще искать Его. Напите, ищите лица Господа. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Написано, близок Господь ко всем призывающим имя Его. Близок. Давайте помнить вот это, то, что зависит от нас. Давайте помнить то, что зависит от нас. То, что Он сделал, уже сделано, все. Давайте не забудем никогда то, что зависит от нас. Стремиться слышать Его голос, искать Его и силы Его. Написано, ищите лица Господа, ищите силы Его, ищите Его всегда. Искать Его. Вот приходишь сюда, ищи Его. Ищи Его. Может быть, Володя так повел служение, может, он так повел. Он сам ищет Господа, он сам на коленях там. Я ему говорю, как когда вы в служении всегда, вам проще. Вы на велосипеде там и крутите, и все у вас идет. Служение служением. А нам нужно еще и то делать, и то делать, и то делать. Но знаешь что? Он говорит, нет, я также ищу Господа.
Я также, говорит, трепещу. Я также ищу Его Слово. Я также в Нем нуждаюсь, как и раньше. Один старик был такой святой, он уже ушел. Он говорит, что когда я готовлюсь к проповеди, я все равно все еще как 17-летний парень. Я говорю, Господь, говорю, я ничего не знаю. Вот открой мне, дай мне. Я так желаю слышать Твой голос. Я так желаю слышать. Знаешь, вот я уехал, а так мне хочется слышать голос своего сына и своих детей. Текстуют там они, может быть, иногда. Это хорошо. Но когда голос, как мне приятно, когда они мне говорят, ой, папа, так рад слышать твой голос, ой, как ты там, how are you, как ты там, и мы там, по этому телефону, мы так рады. Представляешь, вот когда Господь нас ищет, когда Он хочет слышать этот твой голос, когда мы Его ищем, мы хотим Его слышать голос, это такое у нас, такая взаимосвязь, такое взаимоотношение, которому Бог нас больше и дальше и глубже ведет. И мы должны в это идти дальше и дальше, глубже и глубже. И если мы растем, и мы идем за Ним, как бы мы растем, а от этого не будет вообще никакого минуса, а от этого будет прибавка тебе и мне. Почему? Потому что Бог сделал свое условие, Он выдержал свое, и мы выделили свое. И Он сказал, что из всех, кого Отец мне дал, из всех я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек. 28 стих. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки моей. Никто. Представляешь, вот никто. Ты можешь об этом очень много читать, когда Павел говорил, и то, ничто не может отлучить меня от любви Божией. Я хочу тебе на память оставить вот этот стих. Мы также базируем на нем весь этот свой год в церкви, где написано у Захарии 4:6, вторая половина 6 стиха, «Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь». Я хочу тебе оставить это в пожелание, чтобы ты постоянно помнил, что не воинством нашим, не силою нашу, но Духом Господним. Представь, «Но Духом моим, говорит Господь». Духом моим, говорит Господь. Сам Господь о себе говорит. Сам Господь говорит, но Духом моим, говорит Господь. Как Бог хочет видеть, что мы чувствуем эту зависимость от Него. Как Он хочет знать, что ты и я не можем без Него. Как ты и я и хотим слышать Его голос. Как и ты и я хотим Духом Божьим дышать, побеждать, проходить через то, что мы, может быть, проходим в своей жизни. Вот ни воинством, ни силой. Иногда ничего тебе и мне не поможет. Ничего не поможет. Но Духом Господень поможет. Духом моим, говорит Господь, Духом моим, говорит Господь. И вот это слово, я так думал, говорит Господь, Духом моим, говорит Господь. Подумай чуть-чуть, может быть, когда ты пойдешь домой, а если Господь нам перестанет говорить? Я одного проповедника слышал, он уже на небесах. Марк Инок или Верон Аш, может быть, кто-то его знал. Он там много проповедует на YouTube еще, хотя его уже нет в живых. Когда-то он рассказывал, когда он был в поездке, и где-то поехал проповедовать, и где-то у него была подготовка к этой конференции, он в ресторане вечером ел, и там подошла к нему, которая обслуживала стол, это как ее называют, официантка. И она там что-то стала, кроме этой блюда этого и заказа, стала строить глазки там ему. Не хочу вдаваться в подробности, он еще там вещи говорил. И она там, и он, знаете, он говорит, что пока я в этот момент позволил вот этому моему уму что-то там быть сконфьюженным, и на него такое, она была очень красивая, он ее там описывал, очень была приятной внешностью. И надо же, сатана такую подослал, чтобы вместе с блюдами еще предлагать и взаимоотношения грешные там и все. И когда он очнулся, поел, очнулся, побежал в свою комнату, пошел в эту гостиницу, где он там ночевал, зашел, захлопнул дверь, упал на свои колени и стал молиться, искать Бога, а Бога там не было. Он стал искать Господа. Он пытался там прорваться, стал моим умом, там, наверное, стал что-то пытаться молиться Духом, что-то такое. Он говорит, что, и он нам рассказывал, вот те минуты, которые его голова просто, кто его знает, что через нее шло, вот те минуты,
сыграли такую страшную вещь, такую роль. И он говорит, комната была пуста. Я не мог Бога чувствовать. Я молюсь, говорит, его нету. Я ищу, его нету. Я Библию открыл, мне нужно к конференции готовиться, а его нету. Каяться там стал, молился там, расплакался. А пол, может быть, себя головой там бил. Упал, распростерся, потерял Бога. И он увидел такую трагедию. Он сказал, я не могу, я ничего не могу, у меня ничего нету. И говорит, я услышал, когда Господь ему проговорил, сколько там прошло у него этой борьбы и молитвы. Господь ему проговорил, ты думал, что ты хороший, и ты сможешь все без меня. И говорит, на немножко я только отошел от тебя. Да, я тебя слышу, я вижу, я на немножко только отошел от тебя, потому что ты забыл, кто ты есть и для чего ты здесь. Теперь ты знаешь, что такое ты. И что такое быть без меня. И он такой был рад, что Бог ему проговорил. Расплакался там, как мальчик, слюни, сопли свои распустил. Весь такой, о, Господи, ты со мной, слава тебе, ты со мной. И он нам рассказывал, он говорил, что всегда помни, это чувство, страшное чувство, если ты останешься без него, это конец всей вселенной. Он такой огненный был проповедник. Я с ним ездил давно уже. И даже мы, кстати, и в Нарве были. Давно были. Помните, может быть, кто помнит. И в Ленинграде были. И вообще, он по всему миру такой был ревностный. Но он уже ушел. Он уже ушел. Поэтому, друзья мои, я хотел вот этот как сирену, как звонок вот этот. Я сегодня просто говорю себе и вам о том, как... чтобы мы оценили, переоценили вот это слышание голоса Божьего, искать Его лица, искать Его воли, искать, выполнить свои условия, то, что, например, зависит от нас. От Него уже мы все. Он сказал, совершилось, я сделал все. Но мы, давайте будем продолжать это делать. Давайте никогда не будем спекулировать этой благодатью Божьей, что да, вот она есть, погрешу и потом вернусь. Нет, многие не вернулись. Вот я с Сашей путешествую, Александром, и я просто в страхе, иногда я в страхе от его истории. Я не знал, что такая темнота в мире. Я просто сижу и молчу, думаю, о, с кем я связался. А если, было, если бы он был в мире, я с ним знался, что бы было тогда. Я не знаю. Это страшные люди были в мире. Но смотрите, он приехал в Нарву, и он даже не видит, что река Нарва есть, что крепости. Надо его как-то отвезти, сфотографировать. Он настолько оценил Божью любовь. И все, что ему хочется, это идти проповедовать. 200 дней в году он дома не ночует, потому что он проповедует Евангелие. Это много, это очень много. Но я смотрю, как он любит Бога, поэтому и мы вместе с ним в этот раз служим. И я благодарю Бога за таких людей, и за вас, которые верны Богу здесь, что вы молитесь за нас, что вы служите Богу, что вы любите ваш город, что вы не сдаетесь, что вы идете вперед и верите в лучшее и в сильное вместе с пастором, молодежь. Не оставляйте Бога. Давайте никто из нас не оставим Бога живого. Давайте никто не останемся, как человек в пустыне. Если тебя и меня в Сахару скинут, и там не будет трака, который за нами будет ехать с водой, или где там карты, где оазис, конечно же мы умрем. Конечно же мы все умрем. И люди умерли там. Но Иисус, мой источник в земле сухой, как мы пели. Иисус, даятель нашей жизни. Дух Святой будет говорить. Вот почему он сказал, пошлю Духа Святого, он научит. Давай позволять ему учить нас. Позволяй ему учить тебя. Мы учились от того, тех проповедников с той стороны, с той. Они хорошо говорили, слава Богу. Но как насчет того, чтобы больше учиться от Бога? Больше учиться от Духа Святого. Вот так искать его. Вот, и получать от него. Если ты согласен, скажи аминь. Мы будем это делать. Может быть, есть здесь среди нас те, которые никогда не слышали голос Божий. Может быть, ты есть здесь. Я бы хотел за тебя помолиться, прежде чем мы помолимся. Хотел бы за тебя помолиться, если ты желаешь. Я, может быть, не очень хорошо здесь проповедовал. Может быть, ты все не понял. Может быть, ты еще не знаешь Бога. Ты не знаешь, что такое... Пастор зовет тебя, как пастух овцу. Может быть, ты первый раз слышишь, что он тебя зовет. Ты можешь сегодня прийти вперед, я помолюсь за тебя, мы все помолимся за тебя. Может быть, ты чувствуешь, что ты остался один. Может быть, ты видишь, как вокруг эти волки, которые хотят тебя растерзать. Может быть, ты знаешь, что ты в опасности. Может быть,
А может быть, ты не знаешь, может быть, ты вообще еще не понял, что произошло. Знай, что Иисус тебя любит, ждет, зовет, хочет тебя спасти, хочет с тобой говорить. Он написано, кто я стучусь, кто откроет, войду, и мы будем с ним вечерять, будем вместе ужинать, будем, я тебе дам пить, я дам тебе есть, мы будем вместе с тобой. Иисус такой у нас, Бог у нас такой. Мы не фанаты, мы не религиозные какие-то люди, которые, мы просто знаем Его. Написано, познал Господь своих. Он пришел однажды перед нами, и мы раз и встретились с Ним. Он нас узнал, Он нас призвал, Он нас поставил. Он сказал, что поставил, призвал, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал. Мы просто узнали Его раньше. Для тебя сейчас возможность. Для тебя сейчас это время. Если ты здесь, подними свою руку. Я могу...